И снова всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, и сегодня я продолжаю делать серию видео по Майнкрафту, по большим таким большим скалам, мир больших скал, как что-то такое. И в прошлой части мы искали место для дома, мы его нашли, вот около такого прикольнейшего, наверное, я думаю, скалы. Мне она очень понравилась, тем, что она большая, высокая, на нее можно сделать хорошую лестницу, подняться и оттуда делать что-нибудь прикольное, например, прыгать как ассасин или что-нибудь такое. Да, и мы нашли, подготовили, точнее, место для дома, которое сегодня будем оживлять и делать из этого нормальный дом. Ну что, я думаю, домик мы большой замутим, так что быстро ставим тут все. И печка. Ну, придется сделать лопату, посадить тростник, посадить это все. Это тоже грейтовский цвет делает. Ну ладно. Плохо, что мы убивали всех коров. Надо бы привести потом коров сюда, но пока что без коров тогда. Я видел там курятинов, там овец. Ну и коров где-то там тоже было вроде несколько, так что приведу. Да, обязательно приведу. И так. Быстро делаем лопату. Столько прям цветов. Куча. Еще лопата. И тут вот разрываем. Да. Ну, примерно вот так вот. Это что? Поганые текстурки. Это не я, это Майнкрафт уже. Злой Майнкрафт. Что это? Окей. Stupid Night. Nice. Все, пошлите, добудем дерево. Мы будем добывать все дерево. Мне нужно как березовое, так и обычный дуб. Да, может даже ель где-нибудь, если найду, если смогу найти. Вау, какая большая березка. Так, сюда мы вылезем. Можно взять какую-нибудь ловушку для скелетов, думаю. Что еще? Ну, да, вроде бы больше ничего. И все. Пока что на этой серии я буду строить дом, там камешек, делать себе подвал. Я буду уже в следующей как бы серии. Там пока что мы без железных инструментов, только с каменными. Давайте музыку сделаем потише, я думаю. Почему-то похоже, она останавливается. Музыка and sound. Это. Ну. Не, все равно, ну, оставим, наверное, музыку. Пусть будет. Да, все. Деревце. Отличное деревце. Нам нужно очень много дерева. Пока что только 16 штучек тут. Но все равно неплохо. Текстуру очень многие поменяли, то есть очень много изменилось. Я почитал. Ну, зачем-то в Майнкрафте все равно написали удален херобрин. Я. Как увидел английское херобрин, то сразу, оу, херобрин, там что-то с херобрином, и решил, что там херобрина опять добавили, та-дам. Но его не добавили, все осталось без него, так что все. Мы играем без модов, как вы уже помните, так что это будет такой хардкорчик, потому что, ну, там скелеты хардкорнее. Если вы живете на одном месте, то туда начинают приходить зомби, как я знаю. Ну да. Все, мы заведем потом лошадку. Пусть даже она будет просто стоять где-нибудь, мы на ней не сможем кататься, потому что нету седла еще. Да, но все равно она будет. Мы ее заведем. Обязательно. Вот. И все, мы сейчас добываем дерево. Потихоньку, помаленьку. Вот мы уже видим курятина, который ку-ку-кукает. Давайте приручим его, наверное. Так, пошли. Курятин. Ко-ко-ко-ко-коша, ко-ко-коша, давай ты будешь у нас. Кем ты у нас будешь? Чак. Давай ты будешь курятин Чак. Да? Ну, пошли, пошли, пошли за мной. Там еще курятин. Это твои друзья. Твои друзья. Тихо, мы твоих друзей сейчас приведем. Друг курятина Чака, слезай. Ты же прыгнуть можешь, тебе ничего не будет. Пошли, короче. Молодец. Хороший курятин Чака. Все, давай, прыгай ко мне. Да вы же можете. Медленные такие. Уже ночь наступает опять.
Я думаю, я все еще буду спать по ночам, потому что это плохо не спать по ночам, и вообще страшно. Сейчас мы курятина в чака так приведем. Курятин, пошли. Пошли, курятин. О, яичко, спасибо. Пошли. Тут высокая трава уже. Это вот реально высокая трава, а не та, которая в Майнкрафте была. Наводишь, и там высокая трава. Почему высокая, почему? Ну, этого никто не знал. Все, мы довели их быстро домой. Пошли. Пошли, курятин. Пошли. Один отстал. Один отстал. Ну, не знаю, куда мы их сейчас спихнем. Давайте для них где-нибудь выроем ямку двойную. Чтоб не смогли выйти. Давай, сюда. Давай, ну туда иди. Окей, мне нужно как-то... Нет? Никто не хочет, короче, туда. Давайте, прыгаем сами. Да, один спрыгнул, второй спрыгнул. Один белый, другой серый. Да, веселых курятина. Все, мы их закопали. А сейчас мы ложимся спать на багнутую кровать. Так, achievements. Не понимаю, зачем они сделали ачивки, но вроде за них ничего не дают, и смысла это не имеет. Да, вот у нас куча дерева. Уже как два стака. И еще береза. Ну все, мы тут разрываем все. Там сейчас поставим. Наверное, пол будет из береза, а сам дом из туба. Так как я хочу сделать нормальный дом. Никакой... Не, я не собираюсь делать коробку. Если кто-то подумал, что я хочу сделать коробку, то ошиблись. С булыжника тоже не хочу его строить, потому что это не очень красиво. Сразу можно сказать. Ну вот, как-то вот так вот. Все, вот так сделали. Вот так вот. Вот. Так, тут сколько? Тут одна и... Нет, так будет некрасиво смотреться, но... Сделаем тогда вот так вот. У меня кончилось. Ну, тогда еще вот так. Вот так вот. Вот, теперь это красиво смотрится. Это будет как такая комната моя. И... Вот. Такой вот будет у меня дом. Он будет... Не знаю, какого образный. Короче, какой-то образный. Но хотя бы не коробка. Уже это радует. Сейчас мы будем делать пол. Кстати, кровать отбагала в прошлой части, она нет. Кровать так и осталась багнутой. Я это заскриню, если вам не против. Чтобы вспомнить как-нибудь, как у меня багнулась кровать. Ну, да, это тупо. Так, вот. Ну, мне хоть как не хватит, но все равно я постараюсь сделать его из березы. Да. Еда кончается. Ну, мы можем не есть, мы можем умирать тут, потому что все равно поспал, как бы кровать есть. Давай, вот, и 5 штучек осталось. Вот так вот, отлично. Тут мы тоже сделаем крыльцо такое. Вот такое. Нет. Все не так должно быть. Все должно быть вот так вот. И тут мы посадим подсолнухи. Не, давайте вот эти вот фиалки. Ну, будем называть их как-нибудь по-другому. Вот, яичко снес. Молодец. Хороший курятин. Давай я заберу. Да, ты не против? Все, он не против. Все. Поешьте земли, это вкусно. Да, сейчас мы отправляемся опять за березой, потому что мы... Опа, утечек. Утю-путю-путю-путю. Умри. Все. Монстр-хантер. Ну, зато ачивку выполнили. Уже что-то радует. Ачивок, кстати, много. Давайте посмотрим, какие нам еще остались. Ну, железо это я на Вэлсе уже, походу, добыл. Остались тут вот это вроде эндер.
Ну, не знаю еще. Ну да, тут алмазы, руда, проехать 1000 там чего-то. То есть мне еще вот это надо и вот это, да, это надо сделать. Да, это я не сделал. Супер. Все, пошлите. Поедим. Еды-то у нас еще куча. Да, вот. Ну, будем сажать деревья, как, ну, как получится, потому что не всегда вырастают, и не всегда в нужном месте сажу. Так что вот сюда, скажем, сюда, сюда и сюда. Да, вот это будет наш водопад, который я там вскоре сделаю, может быть, через серии 2. Если хотите, посмотрите, там где-нибудь точно будет название про водопады, потому что я хочу сделать водопады прикольные, может даже тут какой-нибудь еще построю. Рукодельный. Странно звучит, но это как бы суть. Да, все, бежим. Серия может затянуться даже на 2 части. Если как получится уже. Да. Давайте. Ну, добыли этого дерева. Нам нужно другое дерево. Дерево, которое... Дерево. Береза. Как бы. Этого дерева у меня... Ну, ладно. Если уж ты так хочешь, ты настаиваешь дерево, то легко. Давай, я тебя добуду. Все, спасибо. И оп, вот она. Вот она березка. Там еще одна. Оп. Есть березный даже биом. В новом обновлении, как бы, 1.7.2, как я уже говорил. Много биомов, много всего. Не знаю, будет 1.7.3. Вроде должна. Так что вот, ну, березы, я думаю, нам хватит, но сейчас вот эти еще два дерева срублю. Да, 2 дерева. Быстро. Зукоризненно. Срубаем эти деревья. Супер. Бежим домой. Так, там какие-то камни. А, это гравий. Гравий упал. Ну, согласитесь, скала прикольная. Там можно даже выживать как-нибудь на ней. Это тоже хорошо будет. Курятин, ничего не снес. Окей. Можно к нему лестницу построить. Он, по идее, не умеет подниматься по лестнице. Так, дерево. Переделать. И вот это переделать, все. Далее. Кто-то снес яйцо. Тут можно еще коврики сделать. Для этого нам понадобится шерсть. Сейчас у меня ее нету, ну ладно. Потом. Надо. Так. Боже, мясо. Окей. Ладно. Все. Побежали. Нам нужно стекло. Да, нам нужно стекло. Я тут что-то... Голос пропал. Ну, все, бежим. Нам нужно много стекла. Где бы его найти? Еще. Я вроде там где-то видел. Но я не хочу просто затягивать постройку дома на 2 части. Он будет маленький, одноэтажный, со стеклами. У меня бы штучек 6 хотя бы. Все. Штучек 6 бы. Это было бы круто. Ну или идеально, не знаю, как сказать. Вот тут такая прямо быбыщ осталась. Прикольная фигня. Ну, бежим. Потихоньку. Ой, упал. Отлично, упал, еще раз упал. Больно. Ну, вот, нашел. Наконец-то. Нашел песок. Спруты. Можем убить спрута, если ради красителя. Пожалуйста. 2 спрутов убили. 4 красителя, да? 1, 2, 3. Ну, короче, побольше. Все равно там еще можно блоки всякие песчаные делать, так что мы... Возьмем побольше песочка. Все суперски. Бежим обратно домой, да? Ну, его взяли 25. Прилично. Все, побежали.
Там коровки, да, появились, все. Это очень круто. Так, там другая уже гора. Там, где пожар был в прошлой части. Маленький. Коровки. Мы вас потом приведем, я думаю. Потому что в этой части нету смысла приводить коров. Домой еще. Она только строительная лично. Лично я буду строить домик. Все, мы почти подбежали. Близко уже. Да. Все. Значит, тут поставим вот так. Тут тоже. Тут так вот. Тут мы ставим. Так, вот так. И получается, окна будет в два блока. Так вот. Да. Все, тут можно сделать такое маленькое оконце. Да, вот так вот. Тут тоже в два. Ну, у меня в дом будет много окон. Потому что я не люблю дома без окон. Мне нравится больше с окнами. Так, тут три блока, значит, делаем два. Так, и вот сюда. Из окна можно посмотреть на другое окно. По-моему, прикольно. Ну, вот тут вот. Так, там курятин яйцо снес. Мы скоро его заберем. А тут можно большое такое окно сделать. Не знаю, на что буду я смотреть из этого окна. Вроде не на что, но... Но все равно буду смотреть изредка. Это же круто. Так, у меня дерева мало. Да, это проблема. Вот тогда, значит, можно в следующей части доделать, я думаю. Но это... Короче, просто мне долго добывать будет. Так, вот. Хотя бы комнату какую-нибудь одну сделаем. Все. И из березы потом можно еще что-нибудь тоже сделать. Прикольно. Оконце. Еп. Все. Отлично, давайте туда стейкет. Ой, это тут еще стак. У нас еще все впереди. Так что можно какую-нибудь замысловатую лестницу сделать. Да. Мой стак. Почти стак. Ну вот, все. Продолжаем. Мы все еще ни разу не умерли за две части, что-то такое, пока бегали. Мы успевали спать. Давайте тут вот делаем. Все. Так вот, вот так. Тут я думаю сделаю крышу. Ну, крышу я там по-своему сделаю. Для этого тоже, блин, понадобится куча дерева. Сейчас вот так вот. Вот так вот. И вот. Так вот, сломаем. Вот, уже что-то, да? Уже больше. Так, мы едим, смотрим на звезды. Очень красиво, кстати. Ну, все, мы ложимся спать. ВВ. Ну, ник у меня, да, фиговый, потому что это лицензия за 20 рублей и все такое. Окей, нам надо положить переплавляться наш песок. Отлично. Так, сейчас выпьем колы. Все, попили и продолжаем. Курятина, вы тут что? Я же могу их расплодить. Точнее. Ну, точно. Я могу их расплодить. И чик. Одному сердечки, чик, второму сердечки. Маленькая курица. Круто, даже опыта дали. За это, ну все. Опять дерево. Ну, думаю, топор надо сделать. И сразу начнем делать люк, потому что тут я собираюсь сделать люк. Так, стекло. Собираюсь сделать люк, и в люке будет люк. Так, из такого вот люка. И мне нужно досочек. Там будут как бы проходить вот эти доски. Ну, как бы лестницы. Лестницы, и там будет у меня какая-нибудь своя пещера. Может, я сам буду рыть, может, найду и буду просто расчищать пещеру.
обычную. Вот, пока что уже вот этого уровня хватает. Булыжник. Это, ну, просто придется, чтобы добывать булыжника. Так вот как-нибудь поставлю. Да еще блок прокопаем, чтобы не тратить. Ну, место в инвентаре, чтобы не тратить, так скажем. Все, вылазим. Сюда вот ставим ее. Сюда мы ставим, скажем, стекло. Да, будет прикольно смотреться, если мы поставим стекло. Да, стекло не ставится, да? Блин, не получается. Стекло тут не уместно. Можно было. Во, поставим. И вот сюда вот так вот. И можно открыл, полез, там, закрыл. Ну да, все. Кровать осталась такая же. Вот стекло. Мы делаем себе панели. Стеклянные. Вставляем. Вот сюда. Сюда. Можно еще что-нибудь на крыше будет сделать из них. Ну, мне не хватило, ну, примерно еще столько же надо. Да хватит уже. Если так делать, то стекла останется еще много. Да. Тут он. И тут вот. Все, мы закончили именно первый этаж. Осталось сделать двери. Еще двери. Да, двери и, скажем, плиты на них с двух сторон. Да, вот так вот мы сделаем. Все, сделали. Дверь, это вот это и это. То есть открыли, ну, открылись, прошлись. Да, немножко шумит, понимаю, так вот. Трава застряла, но мы ее потом сломаем как-нибудь. Стекло. Ну и куда-нибудь еще можно. Люк, ну скажем. Не, сюда не надо. Сюда он только мешать будет. Еще блоки надо. Странно, но я не знаю, что делать. Ну вот, вот так вот тут будет такая крыша. Хорошая крыша. Ну, тут можно заставить. Тут мы не будем ничего заставлять. Так что пошлите, сделаем еще один топор и в бой против дерева. Да. Все, быстренько топор. Топор. Бежим за деревом. И, ну, сегодня я не закончу делать дом, но уже примерно я его вам показал, каким он будет. Так что сейчас дорубим дерево и доделаем дом. В плане масштаба. Потом еще буду делать флаги там всякие. На доме у меня будет флаг России. Ну или чего-нибудь еще, может, Китая. Нет, Китая я не сделаю. США я не знаю какой. Так что только российский флаг будет из шерсти этих овечек, которые будут у меня, честно, где-нибудь работать. Вот, но для них нужна земля. Они единственные, которых животных нельзя пещере. Коровы просто плодятся, ты их можешь убивать, можешь доить. Все, бесконечное производство такое. И хоть в пещере, хоть где. А вот куриц, ну, то же самое. Яйца несут, убивать можешь, сводить можешь. Все, как бы они не едят. А овцы едят и пополняют шерсть. То есть овца поела, шерсть появилась, ты шерсть забрал. Если понадобится. Ну ладно, я думаю, этого хватит на дом. То есть на концовку дома. Вот. Конец домик не доделываем. Зашли, уже уютно стало. Еще потом факела добавим. Вообще будет приятно дом находиться. Надеюсь, я там пролезть смогу. Если что, я уберу. Вот. Так вот сделали, и так вот все пролезается. Отлично, пошла музыка грустная. Во-первых, мы скрестим топоры. Получается почти полный. Палочки. Палочки это конец уже. Значит, части, если я заканчиваю
то заканчиваю. Но мы еще сейчас поиграем чуть-чуть. Надеюсь, вам не скучно смотреть это все. Если есть какие-нибудь советы там, то напишите коммент. Нормальный коммент, а не фигню всякую. Да. Все. Так, сюда. Вот так вот сделаем, чтобы было прикольно. Мне, конечно же, не хватает, но все равно. Идея была нормальная. Ну, сейчас я тогда закончу уже, совсем закончу, чтобы дом был полностью готов, а потом я мог по шахтам бегать и убивать монстров. Да, так скажем. Все, вот сюда, вот сюда. Нет. Еп. 12, да? 12, 14. 16. 16. Фрайн, да, это как бы заборчик. Так что сейчас мы его разместим. Интересно, вот когда-нибудь сделают березовый заборчик? Было бы прикольно. Да, но тут я уже скрестить не могу, только если как-нибудь. Ну вот, так будет красиво смотреться. Тут потом можем флаг сделать. И, ну, все, я на этом, наверное, прощаюсь с вами. С вами был Илья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и... Больше лайков, больше видео, так что всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и, ребята, удачи!